А сейчас мы подходим к супермаркету Рост. В супермаркете Рост больше ассортимент, чем в АТБ. Но и цены на порядок выше. Будем вам показывать. Сейчас дороже помидоры. 90 гривен. Напоминаю, курс евро к гривне 40 гривен за 1 евро. Ассортимент орехов. Не хочешь. Тортики. Ну, это которые по скидкам, а там вообще там есть. В чем тут видишь? За 100 грамм 33 гривны. Горчичка. Все? Ну, там морепродукты дальше. Специи? Не, в основном так мясо. Вон сколько желтых ценников. Не знаю, Настя, я так снимаю, что я не показываю ни цены, ни продукты. Потому что ты бежишь, как угорелая. Что обзываться? Меня обзывала. Ой, это обзывал чисто. Может, ты хоть раз что-то снимешь? Зачем кричать? Ты сказала, что... Так, ребята, вот готовая продукция. Кто интересовался, может быть, я помню, когда-то кто-то писал в комментариях, я так прошла быстренько, сейчас нам самое главное, надо сейчас я пройду, мясо, так, 100 грамм 25 гривен, так, ты не показала нормально, потому что люди начали идти, я не могла пройти, чтобы стоять, показала быстренько, пройду еще раз покажу, нету, да, Аня, такого прям, яйца у нас, 58, ну 60 считайте. Можно поштучно еще брать из дома. 5 грамм. Как для суши появилось? Сейчас я видела. О, я думала, это чука, это не чука. Так, вот рыбка. Ну, рыбка такая у нас. Это упаковка идет. Скидки. 50. Вчера тоже видела какую-то другую. Хорошенькая вот. Есть на развес. Сейчас я пройду, 50 цен покажу. 200 грамм. Вот. Вот это на всем по акции. Это 309 гривен, 240 грамм. Дальше. Пошлите еще посмотрим еще раз. О, это нарезки, это все нарезки. Пошли, я вам покажу, кстати, колбасы, выбор продукции, ассортимент. Это только это такие, малость, которые в упаковке, потому да, что на развес. Пошлите туда, посмотрим. Какие цены? О, мой сыр, кстати говоря, который я люблю. Так, 194, 25. Это у нас за сколько? Вижу вес. 100, походу, да, прям? Да. Дороже получается, чем там. Там еще мини. Крайне с этим, не с магнитом. Да? За гривен, да, но надо... Ну, уже это ничего считается. Так, это тоже, видите, можно упаковки взять мясо. Хотела же вам показать, я так пробежалась, потому что люди были, и мне было неудобно. А вот так, так, вот огурчики маринованные, помидорчики, капусточка, рыбочки, морковка, капусточка. Вот, это все. Можете брать салатики себе разные, если вы там на работе перерыв. Рыбка, что угодно. Что обожаю ваша душа, то и берите. Рыба, водка, селедка. Скумбрия, селедка. В чем, кстати? 16 за 100 грамм скумбрия и 11 тоже. Соевые всякие наборы. Заправки, да, наборы, имбирь.
Вот рыба, кстати говоря. Креветки почем? По 25 гривен за 100 грамм. Дорадо, дорадо почем? 37,90 дорадо. Нормально или нет? Это раньше было нормально, но сейчас говорят, что начали типа делать. Сейчас 5 евро 50 центов по акции, стоило 310 евро. 100 грамм. 315. Ну сейчас посмотрим, все походим. Так, да, рыбу я тут показала. Вот еще, кстати, Аня Чука есть. Твоя, но она не... Что Аня любит, она любит ореховый пасту, с пастой ореховой. Сушеная рыба, скумбрия. Вот. Ты ж не спеши, нам тоже надо нарезку взять, может колбасу купить. Золотые. Ну, как вы можете видеть, много-много хамон. Сейчас вспоминаю хамон, это Юлю, как она устанавливала тортики всякие разные, кстати говоря. Можете брать, видите, обалденно. Смотрите, это, кстати, вкусный торт. Раньше помню, ела. Клерчики, пироженки, тортики, творог сладкий. Ой, хочешь сушенка. Причем киевский торт. Нет, не киевский, это не торт Прага. Вот этот вкусный, когда-то папа брал. Много-много всякого. Очки, печенье, булочки, слойки какие-то. Кстати, раньше была, я любила такую, только свежую, ну, не в упаковке, белый. Так, булки, булки, ой, вот это вкусно, мы когда-то брали раньше, Ань, помнишь? С вишней, с маком. Булочки с маком. С повидлом, вот еще с маком, повидлом. Еще что возьмем, тоже попробуем, да на ней. Пампушечку, кстати, надо взять с чесночком. Уборщику вообще зачетно. Кстати, не вижу ее, где она. Аня, нету пампушки? А вот... Ну да, я уже так снимаю долго. Ну, я все показываю, как бы снимаю. Какие-то новые лайсы с сыром. И так, это алкоголь у нас. Здесь находится водка. Каждый отдел. Здесь водка, дальше все равно много-много. Да, Финляндия хорошая. Виски там. Так, здесь у нас коньяк, как я поняла, да? Коньяк, виски, да. Так, сейчас. Вот это хорошее, кстати, там. Сколько она? 532, 16 или 19. Ну, и то, я не помню, по скидке или нет. Так, я вам быстро, может, где-то... Кстати, вот этот хороший коньяк, я думаю, тоже. Мы с ним куда-то на день рождения. Так, мои, конечно же, энергетики в последнее время. Я не знаю, зачем я в Германии начала употреблять их. Теперь я не представляю свою жизнь без энергетика. Если я там не выспалась, если я не могу на курсах нормально себя чувствовать, мне нужно на перерывы пойти или сразу купить этот энергетик. Чтобы я его выпила, и все, я чувствовала свободу. Так. Егермейстер по скидке 485. Так. Вот это. Бейлис хороший. В Duty Free он был 20 евро. 800 гривен. Здесь он 970. А, подожди. А, ну да. В Duty Free был дешевле. Да.
хорошие виски. А сколько он стоит? Этот стоит тоже по такой цене, а сейчас по скидке за 700 чем. Литр. Трэш. Да? Я посмотрела бумагу, но я не знаю. Классик, самое лучшее в Германии, в Бьюти Краун дешевле. Джим Бим, такое, Капитан Морган, Бакарди. Я думаю, Галана Клуб, вы все это знаете. Вот, пожалуйста. Просто душа больше берите. Так. Здесь шампанское. Шампанское, кстати. Блин, такое же было вкусное. Мартини. Мартини, может, возьмем, подумаем. Ну, если не дорого. Да. Ну, смотри, я считаю по скидке. Вот это тоже неплохое. Вот это вкусное. Ну, как-то так. Я еще включусь, потому что я уже так много снимаю. Включимся, ребят. Корона. Пожалуйста. Сколько она в трэше стоит? Ой, я не помню, по скидке была или нет, тоже, да? 40? Нет. Здесь корона сейчас по скидке 55,80. Ну, 55 гривен. А стоило 62 гривны. А, вот, Аня, вот это. Только, да, с лимоном. Вкусный очень. Мы покупали, а уже показывала. В Нидерландах. С лимоном. Там где-то должно быть. Здесь, может, наверное. Кстати, сейчас быстренько пройдусь. Сейчас опять наснимаю вам. Это пиво. Львовское наше, я думаю, знают. Но я, мама просила. Так, вот, кстати говоря, сидр, который мы пили, он также есть в большом виде. Ну как большом? Сколько здесь? 550. Ну, считайте, литр. В нашем супермаркете вы можете придбать банк сливный. Вот, бланш, кстати, тоже вкусный. Что тебе нужно? Какое нужно? Ну, вот это с лимоном, что мы не могли там найти. Типа... Да. Я не вижу его здесь. Но она, походу, его не завезли. Наверное, потом завезли. Вот, только такое. А мы хотели с лимоном, не было. Ну, 64 оно стоит, в принципе, да? 0,33. Ой, вот пиво, кстати говоря, немецкое. Аня, смотри, есть большая вообще бутылка за 167. Это ж обычная. Да я такую обычную. Говорю, немецкое пиво тоже присутствует. Угу. Это ж оно, да? Да, по-моему. Сколько стоит корона там? Я не помню. Вроде 40 чем-то по скидке тоже. Что, серьезно? Ну, куда там возьму? Ну, я не говорю точно. Я помню, здесь у чипсы ты показывала уже. Все, мы уже заблудились, да. Кукурузский горошек, оливки. Какая-то рекламу даю. Замороженная продукция, какая хочешь. Каштан, кстати говоря, вот. Вот это мне нравится, каштан. Вкусно. В общем, такой ассортимент огромный, что до, вы поняли, что сейчас просто, ну, там можно сойти с ума, сколько всего. Я в шоке. Очень много всего, очень. Просто называется «Готовьте только деньги, и будет все». Да. Я же говорю, да. Ну, я показала на видео, там же готовая продукция уже, если там перерыв. Да, все есть, всего в достатке вообще, ну, вы все видели да, сами. И тем более мы не все показали, потому что, ну, весь магазин обойти, это да. Нереально. Нам сейчас надо идти за мясом же еще и вообще. А уже час дня. И получается, что мы еще пойдем в следующий раз магазин класс тоже вам покажем. Ну, в общем, будем по мере возможности все показывать. Вот. Я думаю, вам интересно, да? Я думаю, да. Ну, сейчас все-таки надеюсь, что найдем мясо. Там интересовались ценами на бензин. Вот, Shell это дорогая запасная.